Здравствуйте, зрители! Глинка Федор Николаевич. Мы ждем и не дождемся сроков сей бедственной с нечестием при. Твоих зарезали пророков, твои разбили алтари. Проснись, Бог сил, заговори, нет места для твоей святыни. И я теперь жилец пустыни, и я плачу пред тобой один, а ты им терпишь, властелин земли, морей и облаков, ты терпишь от своих рабов. Всем спасибо.